Всем привет! Продолжим тему фонарей. Затрону тему питания. Оптимальным питанием для выбора фонаря является один элемент. Либо, если там 3-4 элемента, соединение их должно быть параллельно. То есть, чтобы фонарь функционировал как с одним элементом питания, так и с двумя, с тремя, с четырьмя. Дело в том, что когда вы выбираете фонарь с двумя батарейками, получается, что на определенный процент, конечно, уменьшается надежность фонаря. И все связано просто с батарейкой. То есть у вас в фонарь вставляется две батарейки, вы его юзаете, потом с одной батарейкой что-то происходит, и вторая батарейка, пытаясь запитать фонарь, то, что от нее требуется, а батарейка, которая испортилась, она просто выполняет функцию сопротивления, то есть она мешает. Если затронуть тему вот этого фонаря, этот фонарь, доработанный самодельный фонарь, ну он как бы не самодельный, но тут менялся диод, менялся драйвер, покупался рефлектор мятый, вот эта кнопка покупалась, сборный, солянка так называемая. Вот тот он питается от одной батарейки вот этого формата 18650. Ну и плюс ко всему здесь стоит светодиод XML-T6. То есть сейчас они уже немножко как бы уже, ну, прошлый этап, но этот светодиод является мощным при 3 амперах подачи на него тока, он выдает 1000 люмен. Но так заявлено производителем. 3 ампера на него подавать не нужно, потому что это максимальный ток, который можно подавать на этот светодиод. И прослужит он, я не думаю, что сильно долго. Причем нужно еще отвести тепло от светодиода, которое будет выделяться. Если вы возьмете, например, фонарь, и здесь будет две батарейки, то есть вот таким вот образом, он у вас будет светить дольше. Ну вот вы для этого берете, чтобы он дольше светил. Но надежность фонаря из-за уже там то, что я раньше сказал, она упадет немножко. Ну и вот допустим, у вас вот такой фонарь, вы берете для него таких же две запасных батарейки. То есть там коробочку, в случае если сядет, вы воспользуетесь новыми. Но вполне можно взять одну батарейку вставить сюда и взять три таких батарейки. И по мере расхода электричества в одной батарейке заменять ее там второй, третий, четвертый. Это не напряжно, но более надежно. Но это мой взгляд. У других людей могут быть свои взгляды. Но это вот мой взгляд относительно питания фонаря. То есть я стараюсь выбирать фонари, которые питаются от одного элемента. Света у этого фонаря достаточно. Я не говорю, что я, например, не возьму фонарь, который там не будет питаться тремя батарейками, пятью батарейками. Там у него будет три таких светодиода. Может быть, у него и пять там будет таких светодиодов. Может, у меня когда-то там возникнет необходимость в таком фонаре, я его приобрету. Он будет как дополнение основному мощному фонарю. То есть вот фонарь, на который я возлагаю определенные надежды, должен иметь такие функции. Он должен легко умещаться в руке, то есть не особо сильно стеснять, питаться от одного элемента, и вся его электронная начинка должна быть максимально надежной. Желательно, даже обязательно, чтобы он не пропускал воду. А если брать, например, огромный фонарь там, с кучей батареек, он тоже может быть нужен. Например, там вам нужна какая-то дальнобойная фара там, для поисково-розыскных работ. Такое я, конечно, не исключаю, и может быть можно такой, ну как бы фонарь. Но вот, к примеру, да, там я возьму этот фонарь с большим количеством элементов, а вот этот, к примеру, не возьму, потому что как бы мне тот все заменит. Но на мой взгляд, это нерационально, потому что надежность фонаря с большим количеством элементов питания, причем последовательно соединенных, ухудшает надежность фонаря. То есть уменьшает его надежность. Вот. Насчет питания, фонарик должен питаться одним элементом. Это увеличивает его надежность. Спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Думаю, мысль мою вы поняли. Жду вас
в гости у себя на канале в следующий раз. Если есть желание, естественно, можете подписаться, ставить лайки. Если нет желания, ну, все, конечно, у нас свободно, ни на что не претендую. Ну, спасибо, до свидания, пока.